Бакинском международном центре мультикультурализма прошла встреча участников летней школы с государственным советником Азербайджанской республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председателем попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма академиком Кемалом Абдуллаевым, отметившим, что летняя школа успешно завершила свою работу. Все задачи, поставленные перед ней, были выполнены на самом высоком уровне. И главное, подчеркнул Кемал Абдуллаев, идеи азербайджанского мультикультурализма находят отклик у все большего числа людей во всем мире. Затем слово было предоставлено ведущим презентации открытия международного клуба «Молодые друзья Азербайджана» студентке Литовского педагогического университета Саломеи Лукейте и студенту Афинской юридической школы университета Димитрису Аскрулису, которые озвучили концепцию, цели и задачи этого клуба, напрямую связаны с идеей распространения принципов азербайджанского мультикультурализма. При этом демонстрировался видеоролик, в котором подробно рассказывалось об основах организации и работы этого сайт-клуба. Слушатели летней школы дружно и единодушно поддержали это начинание. На сегодняшний день это очень хорошая идея, потому как необходимо всегда держаться вместе, и очень сложно и очень ценно хранить информацию и передавать ее. Сейчас в современном мире, несмотря на то, что глобализация, интернет, все равно сложно находить какие-то детали, например, какого-то своего исследования. Ну, так как я тоже пишу статьи, мне реально иногда очень не хватает ценных советов, информации, людей, которые также вместе в одном русле трудятся над одной и той же темой. Мне заведитель отдела проектов Бакинского международного центра по мультикультурализму Цахан Майлим рассказал мне раньше об этот проект и об этот клуб, и об этом клубе. И я считаю, что это очень прекрасная идея. Я, конечно, буду членом этого клуба и надеюсь, что популяризируем азербайджанское мультикультурализм по всему миру. Все выступившие на презентации отмечали важность и актуальность создания этого клуба, что, несомненно, поможет в реальном режиме времени проводить большую созидательную работу в области мультикультурализма. Я нахожу эту идею просто замечательной, потому что это отлично, когда вы поддерживаете контакты, когда между культурами, между нациями, между людьми пролагаются мосты, да? Мы не строим стены, мы пролагаем мосты между культурами для развития, для сотрудничества. Идея онлайн-платформы тоже имеет большую весомость, потому что мы можем узнавать происходящее в Азербайджане, актуальные новости, актуальные как бы реалии, что происходит, и будущие планы. Работа международного клуба будет осуществляться по великому множеству направлений, охватит большой объем работы, связанный с мультикультурализмом, толерантностью, терпимостью в сфере религии, гуманитарными вопросами. Сегодня первый раз услышала о создании молодежного клуба и очень обрадовалась, потому что это замечательная возможность познакомиться с культурой, традициями, узнать о других странах, познакомиться с разными людьми. И это очень хороший шанс для дальнейшего саморазвития. И я буду рада принять участие в этом клубе и буду стараться позвать побольше друзей. И надеюсь, это получит большое распространение по всему миру. Интересным было мнение о дальнейшей работе клуба журналистки с Украины Татьяны Апиопченко. Это отличная инициатива, потому что она идет в ногу со временем. Своего рода это будет социальная сеть для всех потенциальных, прошлых и настоящих участников летней школы. После презентации молодежного клуба, в котором прописан также пункт о знакомстве его членов с духовным, материальным и нематериальным историческим наследием Азербайджана, гости направились знакомиться с древними памятниками старины Вичари Шаэр.